Деревня ездовых собак, быстрые лапы – это настоящий восторг для любителей четвероногих. Здесь можно прокатиться на собачьей упряжке, сделать фотосессию или поучаствовать в экскурсионной программе. Мария Афонина – руководитель деревни ездовых собак, создала проект для души в 2022 году. Все начиналось с 17 собак. На сегодняшний день поголовье выросло практически в два раза. Наша самая уникальная порода – это гренландская ездовая собака. Мы единственные в России, кто содержит более 15 голов этой породы. Вот. Старейшие у нас собаки есть, 12-летние есть, и молодежь там 6-летняя, можно так сказать. Вот. Также у нас есть аляскинские хаски, сибирские хаски, аляскинские маламуты. Ездим на соревнования с ними. Также есть собачки, которые прокат катают, помогают на турах, на упряжках. 38 питомцев – дело ответственное. Мария вместе с супругом Александром занимаются содержанием собак. В выходные дни в деревне трудятся волонтеры. Здесь же работает школа юного каюра. В деревне ездовых собак забота о питомцах не прекращается ни на минуту. Мария рассказывает, что даже амуниция для псов здесь производится собственноручно. В большом питомнике амуниция – это, можно сказать, расходный материал, потому что собачки много бегают, амуниция изнашивается, молодые собачки очень часто, к сожалению, сгрызают, если их оставить где-то там ненадолго, ставить в упряжки, приходишь, шлейка погрызена, сгрызена или еще что-то. Поэтому мы приняли решение, что нам надо самим все делать. Аляскинские маламуты хаски, сибирская хаски, якутская лайка и гренландская собака. На экскурсиях в быстрых лапах каждый гость найдет породу по душе. Посетителям здесь рассказывают об особенностях ухода, содержания и тренировочного процесса. Посещение атмосферного места в Кулиге зачастую вызывает желание завести четвероногого друга. Очень часто хочу собаку, очень часто бывает, а можно вот эту собачку, а я хочу вот эту собачку забрать, а давай тоже заведем хаски. Но мы общаемся с гостями, отговариваем от хаски. Да, тем более в квартире, то есть стараемся как бы отговорить, объясняем, что это за порода, что порода очень сложная, специфическая. Мария отмечает, что все хаски, которые находятся в питомнике, были когда-то подброшены под ворота собачьей деревни, либо отданы в добрые руки. Быстрые лапы – это место, где собственным примером учат любить и заботиться о питомцах.